Всем привет, друзья! Смотрим на карту Дальчева, версия 4.0. Очень маленькая карта. Вот как вы сами видите, тут всего несколько полей, а именно 8, и они все небольшого размера. Ну, карта выполнена в таком, скажем так, русском стиле. Итак, на карте присутствуют стандартные культуры плюс удобрения. Гараж у нас в начале игры полностью пуст. УАЗ 2107 это модовская техника, это я покупал, чтобы, так сказать, сделать обзор. Ну давайте прокатимся по карте, посмотрим, что у нас здесь к чему. Итак, как вы сами видите, карта очень-очень маленькая, но есть, скажем так, на ней такие, ну как вам сказать, короче, маленькие поля — это не особая проблема, будем так говорить. Сейчас мы заедем на пункт продаж, он здесь один, вот он. Здесь продается все, и свекла, и картофель, и зерновые, в общем, все, потому как других здесь просто нет. Сейчас мы еще покажу вам один, прям так, не то что косяк, ну проблема, в общем, на этой карте. Непонятно, конечно, для чего это сделано было, в общем, я не знаю, мне кажется, до такой уж степени лужи делать на поле — это просто глупо. Вот она, лужа. И смотрите, какой она глубины. Это просто неимоверно. Ну а почему на этой карте проблем с полями нету, сейчас увидите. Потому как автор не закрыл выезд коллизиями за территорию карты. Вот мы выезжаем, и здесь мы можем распахать поля, какие нам надо. Просто неимоверного размера. В общем, вся территория остальная, что находится за картой, все, в принципе, можем использовать, занимаясь работой на этой карте. Ну, а на этом, пожалуй, у меня все. Тут больше, в принципе, и рассказывать-то не о чем. Карта, как вы сами видите, не очень большая. Точнее, она не тоже не очень большая, она совсем маленькая. Ну, в общем, кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. А с вами был Френос. Всем удачи, всем пока. А лучшие моды вы найдете на сайте modfs15.com. Заходим, скачиваем, наслаждаемся игрой.